По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 25 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 градусов и более. Как правильно себя вести в таких условиях и не пострадать от жаркого солнца, мы спросили у главного врача центра медпрофилактики. Стараться на улице меньше быть под прямыми лучами солнца, особенно в промежуток времени с 11 часов утра и до где-то примерно до 5 часов вечера. Конечно, не забывайте, это про головной убор, это раз. Во-вторых, это обязательно нужно одевать одежда, которая была такого дышащего характера, то есть из натуральных волокон, чтобы организм дышал и нормально проходил теплообмен. И, конечно, больше пить жидкости. По мнению специалиста, жара – самое время избавляться от вредных привычек, а при ухудшении самочувствия обязательно обращаться за медицинской помощью. Стоит помнить, что опасны для организма солнечный и тепловой удар. Если солнечный удар наступает при перегревании прямыми солнечными лучами, то тепловой может произойти и в закрытом помещении, при высокой температуре и высокой влажности воздуха. По предварительным прогнозам, жара отступит только в начале сентября. Роман Гематов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.